Здравствуйте, вы на канале InstaForex TV, с вами я, Екатерина Стихина, с новостями о ходе торгов американской сессии. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем набирает обороты и, очевидно, станет основной повесткой саммита G20. При этом в сложившихся условиях растет спрос на доллар США. Европейская торговая сессия во вторник завершилась для пары евро-доллар на минимальных позициях. График пары расположился вблизи уровня 1.1330. Индекс доллара США при этом достиг уровня 97.20. В условиях отсутствия сегодня каких-либо важных публикаций, все внимание трейдеров сосредоточено на завтрашнее выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и предстоящая публикация протокола с последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое состоится в четверг. Но больше всего участники рынка ожидают встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпиня. Как известно, американский президент не собирается менять свою протекционистскую риторику в отношении китайского импорта. И в преддверии саммита G20 отметил готовность вновь повысить торговые пошлины на ввоз товаров из Китая с 10 до 25%. Однако собирается он это сделать с января следующего года, а это означает, что есть пространство для маневров, позволяя инвесторам надеяться на вероятность нахождения компромисса уже на предстоящей встрече лидеров двух своих держав на саммите Большой Двадцатки. Исход данного события определит дальнейшее движение американской валюты по всему спектру рынка в долгосрочной перспективе. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании InstaForex. С вами была я, Екатерина Стихина. Желаю вам профитных сделок.